Дорогие друзья, добрый день. Продолжаю видеообзоры часто задаваемых вопросов по санаторно-курортному лечению. Знаете, выбрать курорт иногда бывает очень непросто, потому что просто знать заболевание недостаточно для того, чтобы определить, на какой курорт лучше всего поехать. Вчера был вопрос от клиента, который какое-то время назад получил перелом голеностопа и спрашивал, вот какой курорт ему выбрать и в какой санаторий поехать. Мы долго обрабатывали этот запрос. Почему? Потому что есть разные курорты в дешевом сегменте, допустим, курорт Друскининкай, Бирж у нас в Литве, более дорогой сегмент, это курорт Хивис в Венгрии, Пиштяны в Словакии, еще более дорогой сегмент, Абано Термы в Италии или Виши во Франции. Все они достаточно хорошо занимаются лечением опорно-двигательного аппарата, но в данном случае нужно знать не просто заболевание, а динамику как бы восстановления пациента, да, какой характер его болей, насколько восстановилась подвижность опорно-двигательного аппарата, нет ли ограничений в движениях и массу других факторов. Я уже не говорю о том, что клиент хочет конкретно, на какой курорт хочет поехать. Это может быть какой-то тихий, спокойный курорт, как Пиштяны, или ему хочется куда-то поездить на экскурсии, куда-то более динамичное место, допустим, Абано Термы в Италии или в Виши во Франции. Но в данном случае пациент говорит, что ему важно убрать болевой синдром, который до сих пор сохранился, и полностью восстановить подвижность ноги. И плюс, конечно, укрепить связки, укрепить мышцы. Мы остановились на Пиштянах в Словакии. Это знаменитый термальный курорт, один из сильнейших по лечению опорно-двигательного аппарата. Там серные грязи, которые укрепляют, хорошо укрепляют костную и хрящевую ткань, частично восстанавливают ее, также убирают болевой синдром. Что касается санаториев на этом курорте, то мы рекомендовали поехать в Health Spa Бальнео Эспланады 4 звезды. Отличная у него лечебная база, комфортный санаторий, многие номера прошли комплексную реконструкцию, это номера категории премиум, невероятно комфортные, лучше, чем во многих 5-звездочных отелях. Но также предложили клиенту рассмотреть возможность поехать и в 3-звездочный санаторий Splendid. Уровень комфорта там, конечно, поскромнее, но лечебная база у них с 4-звездочным санаторием одна. Да? То есть вы можете проживать в 3-звездочном санатории, а проходить точно такое же качественное лечение, как если бы вы жили и в 4 звезды. Вот таким вот образом. Значит, конечно, я вам скажу, если вы обращаетесь к нам за помощью при выборе курорта, как можно более подробно расписывайте ваши требования, продумайте, хотите ли вы поехать в какую-то определенную страну, вам нужен более динамичный или более спокойный курорт, санатории какого уровня комфортности вам важны и как вы будете проводить время вне лечения, да, потому что есть курорты, скажем так, скучные, есть более динамичные, как я сказал, предоставляющие больше возможностей для развлечений и для отдыха. И не забывайте звонить нам, посещайте наш сайт bookspahotel.com, пишите, звоните, проконсультируем по выбору курорта и санатория. Хорошего дня и крепкого вам здоровья!